Добрый вечер, дорогие друзья! И сегодня для вас в прямом эфире новый выпуск музыкальной программы «Конченто» и новая творческая битва между жанрами. Да-да, сегодня на музыкальном ринге в дружеском поединке сойдутся опера, оперетта и мюзикл. И как однажды сказал оперный режиссер Борис Покровский: «Будь я монархом или президентом, я запретил бы все, кроме оперы, на 3 дня». Через 3 дня нация проснется освеженной, умной, мудрой, богатой, сытой, веселой. Я в это верю, но уж темнеет вечер синий. Пора нам в оперу скорей, там упоительный Пуччини, Европы баловень Орфей. И для вас поет солистка Приморской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Елена Брыкина. Которые стали синонимом
самой любви. Ромео и Джульетта. И короли ночной Вероны. И для вас поют солисты Приморской краевой филармонии, лауреаты международных конкурсов Николай Буров и Иван Кравченко. Летали ангелы, взрывались фейерверки, тонны золота и украшений, невероятные платья и капризы исполнителей. Не дай бог автору одной прими в каденции написать больше нот, чем другой. Но скандальный характер звезд отнюдь не пугал мэтра оперы Генделя. Когда Примадонна заявила в своем капризе, композитор прямо сказал, что в случае категорического отказа исполнять арию так, как написано им, он просто выкинет ее в окно. Но все волнения забывались, когда поднимался занавес, и на сцене воцарялась сказочная любовь и божественная музыка. И для вас поет солистка Приморской краевой филармонии Людмила Якунина. Thank you.
сейчас к нам в студию позвонили и от лица всех благодарных поклонников просили лично узнать о вашем героическом прошлом. С настоящим тоже все в порядке. Отлично. Итак, насколько нам стало известно, у вас в арсенале есть красный диплом химика. Да. А также звание рекордсмена России по русскому жиму. Тоже верно. И музыка. Без музыки никуда. Тогда, Сергей, помогите нам разгадать ребус о следующем номере нашего творческого турнира. Первое, что нам понадобится, это H2O, но обязательно с натрий хлор. Это соленая вода. Значит, морская вода. Далее, нужно выяснить одну из самых сильных в теле мышц. Наверное, это бицепс или трицепс? Сильнее квадрицепс. И, внимание, главный вопрос. Как это все может быть связано с музыкой? Очень просто. Это варяжский гость. И для вас поет солист Приморской сцены Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Сергей Плешивцев. Женщиной, чем со скучной. Правда, их иногда душат,
но редко бросают. Идеальный муж – это мужчина, считающий, что у него идеальная жена. И если когда-нибудь, гоняясь за счастьем, вы найдете его, то, подобно старухе, искавшей свои очки, обнаружите, что счастье было все время у вас на носу. И для вас поет солистка Приморской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Анна Гамова. Сердце любовью трепещет, но не знает докучных цепей. Ах, если мне вдруг полюбилась красотка, то сам Аргус, а если вспомнить, что Аргус был идеальным стражем-великаном, 100 глаз которого никогда не спали все сразу, то такое заявление звучит очень дерзко. О нет, сам Аргус не усмотрит за ней. И для вас поет солист Приморской сцены Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Илья Астафуров. Я на тебя.
Здесь дело лишь во вкусе.
любите драму, оперу, кино, но влечет нас неизменно каждый вечер лишь одно. Блеск, веселье, ритмов смена. Спорить здесь смешно. Все мы театралы спешим чуть вечер в залы служить искусству. Выше счастья нет, о нет! И ждем мы с нетерпением красоток появления, чтоб снова услыхать куплет одной из самых модных оперет. Есть свои символы? Ну, конечно. Ну, например, Тула. Самовар. Оренбург. Пуховый платок. Иваново. Невесты. Устюг. Дед Мороз. Москва. Столица. Перейдем на заграницу. Лас-Вегас. Казино. Пиво. Испания. Гитара. Севилья. Дон Жуан. Дон Жуан. Дю плезир. О, наслаждение. Да.
Tartu musicien, la tournée sur le temps, comme une mine sous mes flammes. J'ai senti des flammes, telle est d'ici jusqu'à matin. La vie de sous vos charmes, elle se sent si bien. Je voulais qu'en dessert, en cœur, tu bouteilles les mains. Merci d'assir en cœur, passe sur la face, si c'est bien. Je n'y reste la nuit, je rêve en reste à tout dormir. Tant que dans la récit, des femmes et du plaisir, si bien tout ce que je veux, du plaisir. Si alors il faut ainsi abonner les soupirs, si tout compte de plaisir. Je lui quand mes femmes de la musique jusqu'au matin. La peau de mes gitans, c'est de la face, c'est du bien. Jouez, jouez encore sur vos guitares et sur tes mains. Jouez, jouez plus fort. Pur de vie jusqu'à demain, du plaisir. Si bien de ce que je veux, du plaisir. Si à l'avenir de vous, si à brûler les soupirs, c'est que vous avez plaisir. На первом этаже дома номер 17 мы непременно попадем в феерическую стихию кафе Шантана. Кофейня Момус. Уже два столетия это одно из популярнейших мест Парижа. Ее обитатели, мечтатели, романтики, поэты давно стали легендой. Но из всех детищ Парижа самое парижское, вне всяких сомнений, это гризетка. Такого же столь изящного, столь веселого, столь игривого и кокетливого существа, как Мюзетта, не встретить не только в европейских столицах и по другую сторону Атлантики, но и во всей остальной Франции. Thank you.
после введения сухого закона в одноэтажной Америке развернулась своя тайная жизнь. Владельцы ресторанов удачно смекнули, что полуподвалы небольших домиков, имеющих парадный вход с улицы и черный со двора, как нельзя лучше подходят для спикизи подпольных ночных заведений. И их атмосфера была буквально пронизана музыкой и танцами. Хозяева заведений даже были вынуждены разрешить танцевать во время застолья, что прежде считалось неслыханной вольностью. Так в жизнь пришла власть новых кумиров и новой музыки. Мюзикл «Оазис счастья». Со специальными уровнями для наказаний разного люда. А что же сейчас? Сейчас такого нет. Значит, видимо, в те времена проблемы были куда похуже. Хотя песня главного «Запевалы преисподней» все равно звучит как-то насущно и актуально. На земле весь род людской, чьи один кумир священный, он царит над всей вселенной, тот кумир где золотой, в умилении сердечно прославляет. Вместе стран пляшут в круге бесконечно, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сатана ликует там, ликует там, сатана ликует там, ликует там.
насмехается и изменяет. Он небес, так он святой. В угощении Богу злата крайне край стоял двойной, и людская кровь рекой по клинку течет булата. Время страстей, потрясающих сердца, гордых крестов, устремленных в небеса, пришла пора соборов кафедральных. Стенесло к яблю, Marina per la lode di Dio, perché tu so che tu lo vuoi tu, senza tuo amore e desiderio, non l'essere artista anonim, della scrittura della rima, niente non è una transcrizione, pur si è caravani, il levo nulla donde catedra. Sono di storia, non ho vero.
Жака Оффенбаха называли Моцартом Елисейских полей. Его театр Буф-Паризьен был любимым местом собрания парижской публики. Блестящий музыкальный сатирик и импровизатор, для своего театрика Оффенбах написал свыше 100 оперетт, имевших грандиозный успех. Но едва ли не лучшей из работ явилась его единственная фантастическая опера «Сказки Гофмана», которую сам автор считал делом всей своей жизни. Земной шар. Но эта композиция, пожалуй, является единственной, в которой уместилось сразу 3 признания в любви. Свет
ударил мою больную душу. Нет, твой покой я страстью не нарушу. Бред, полночный бред терзает сердце. Не опять, о, Эсмеральда, я посмел тебя желать. Мой тяжкий крест, уродство, вечная печать. Я сострадание за любовь готов принять. Нет, гармон отверженный с проклятием на челе. Я никогда не буду счастлив на земле. И после смерти мне не обрести. Душу дьяволу продам за ночь с тобой. Рай, обещают рай твои объятья. Дай мне надежду, о мое проклятие, знай. Мысли мне сладка слепая власть. Безумец прежде я не знал, что значит страсть. Распутной девкой, словно бесом одержим. Цыганка дерзкая мою сгубила жизнь. Жаль, судьбы насмешкою я врясу облачок. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Стоп, свет и счастье, сон мой, Эсмеральда. Стон, светлый счастье, стон мой, Эсмеральда. Он сорвался с губ и покатился камнем вниз. Разбилось сердце белокурый флёр де лис. Святая Дева, ты не в силах мне помочь. Любви запретной не дано мне превосточь. Смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Интересно было бы все-таки выяснить, сколько поклонников
нужно женщине для счастья? Для полного счастья? Зачем мучить себя догадками? Обо всем лучше всего расскажет музыка. Сказала да, 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 да.
с утра побрился, и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры, четыре ровно прилетел. Я ходил, я мечтал, я ждал, я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Дома были его аптеки, ходят в кино и снова. Так значит завтра на том же месте, в тот же час. По-прежнему беспокоит другой вопрос, как остаться счастливыми. И опять же, ответ есть по ту сторону кулис. Счастье от слова «сейчас». Так не будем тогда, друзья, терять времени.
с Новым годом, с новым счастьем! И вот наша встреча в музыкальном проекте «Кончата» подходит к своему завершению. Но наше хорошее настроение не имеет границ. И для вас, дорогие друзья, артисты дарят еще один музыкальный подарок со своими искренними пожеланиями в новом, наступающем году такого же неисчерпаемого и искрометного вдохновения и оптимизма. Идите, пожалуйста. Тех артистов, которые были с вами сегодня этим музыкальным праздничным вечером. Это были лауреаты международных и региональных конкурсов. Елена Брыкина! Аня Гамова! Наталья Крылева! Людмила Якунина!
Ильинская. Илья Стопуров. Сергей Плешивцев. Мы, конечно же, не прощаемся. От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем всего самого и наилучшего. И говорим до свидания. До новых встреч!